самых экстремальных условиях. Ведущими альпинистами, полярными экспедициями, гималайскими сборами. Thanks to advanced replaceable filters, you're breathing clean air. Blank is 1,000 masks in one. Its front panel is changeable with any material, color, and texture, depending on the message. Всем привет, ребятки, на связи Бустер, и сегодня мы, как вы уже поняли, поговорим немножко про сведения и про мастеринг. Все то, что вы увидели, услышали, везде есть свое сведение. Но как же разобраться, как должен звучать наш финальный микс в том или ином проекте? Для начала вообще давайте разберемся, что такое мастеринг. Мастеринг, соответственно, бывает двух типов. Это аналоговый, да, при использовании различной аппаратуры, да, аналоговой, и цифровой, чем мы сейчас и занимаемся в большинстве случаев. Но... какие же ручки крутить и вообще как понимать, что должно на финале по громкости быть, звучанию, по стилизации. Вот об этом мы поговорим. Самое главное — это понять на старте вообще, чего мы хотим добиться, проанализировать, с чем мы работаем. То есть, если это какой-то блокбастер, где очень много боевки, какой-то трансформации, эффектов, и у нас есть еще и музыка, у нас есть еще и какие-то фоновые там крики, может быть, плюс какая-то речь иногда... Понятное дело, мы будем по-другому работать, если бы мы работали с эксплейнером, где простецкая корпорейт какая-то детская мелодия, плюс голос, плюс легкие спецэффекты. И вот это самый главный такой вопрос, как работать с тем или иным проектом. Мы сегодня на примере эксплейнера попробуем сделать финальную, скажем так, отшлифовку, а мастеринг по факту это и есть отшлифовка и адаптирование уже с учетом поиска там изъянов, артефакты какие-то, да, может быть, частотные, соответственно, недочеты, динамические, вот это все и доделывается на финальном, скажем так, мастеринге. Плюс адаптация, да, под платформы. Соответственно, мы можем смотреть на телефоне этот ролик, на Ютубе, на ТВ, на радио, и там уже различные выходные характеристики у нас в проекте. Чтобы еще больше сложил впечатление, давайте посмотрим несколько примеров, и далее перекинемся в проект и сделаем наше финальное сведение, и закроем все вопросы, которые у нас могут возникать. Поехали. Эрозия эмали приводит к обнажению дентинных трубочек, ведущих к нервным окончаниям. Поэтому вы испытываете боль от повышенной чувствительности. Зубная паста Innova работает как жидкая пломба. Гидроксиапленка. После полимеризации патч извлекается из формы. Теперь он готов к применению. При нанесении на кожу микроиглы доходят до уровня базальной мембраны, не нарушая целостности кожи. Так, ребят, мы в проекте, и на примере одного из, которого вы видели сейчас, сделаем как раз вот это самое наше финальное сведение, да. Как вообще устроен продакшн? Давайте разберемся. Можно делать сведение вот это финальное, если у нас небольшой проект и простой, и позволяет, да, это сделать. Мы это можем сделать все в одном в проекте, да, то есть когда мы сделали, к примеру, тот же саунд-дизайн. Который у нас аккуратненький, выдержан стиль, да, про то, что я говорил. И нам предоставили голос. Ленты, растворенные в низкомолекулярный гел. Мы написали музыку. И сделали саунд-дизайн. Чтобы не путать вас и себя, мы сейчас сделаем следующее. Мы просто выведем все это отдельно с байпас-эффектами и закинем все в новый проект. Так, ребят, что нам первостепенно нужно сделать? Конечно, нам необходимо прослушать голос и понять вообще, что по громкости. По громкости он достаточно громко у нас выведен, это минус 12 люкс. Растворенные в низкомолекулярной гиалуроновой кислоте. Затем формы заливания. Ну, как я уже сказал, это не страшно, с учетом того, что у нас все построено вокруг голоса. Да, мы должны отслушать примерно баланс. Сейчас то, что мы вывели, да. Напоминаю, что предварительно, конечно, это все желательно в процессе сводить, да, то есть громкость отдельных звуков, стилистику, то есть и так далее. То есть не все мы сможем оперативно, скажем так, исправить, если у нас будут какие-то ключевые, скажем так, недочеты. Ладно, громкость можно в проекте там доделать, но если у нас совсем стиль музыки и стиль звуков отличается, да, и мы музыку получили в конце, то это будет проблематично с точки зрения... общей стилистики, да, с точки зрения АЧХ, каких-то конфликтов,
мы всегда можем что-то посайченить, где-то прибрать, где-то поднять, и, в общем-то, ничего страшного. Давайте послушаем общий микс и выстроим баланс для начала. Как создаются микроиглы Blom? Для изготовления микроигл используется специальная форма. Мы слышим, что у нас тут и звук выпирает, и музыка достаточно тихо. Сделаем следующее. Давайте сведем сначала, так как у нас музыка будет играть второстепенную роль, то есть она создает только настроение, подчеркивает, да, и подложечку такую скрепляющую создает. Следовательно, давайте просто послушаем для начала микс голоса с музыкой и выстроим грамотный баланс. В любом случае, по балансу я уже вижу, что большая разница, и опять же, визуально это не должно пугать. Мы должны понять, какую у нас вообще в целом, какую мы хотим громкость для музыки. И она должна быть такая, чтобы она просто не мешала для начала. А там уже частотно мы поправимся. Для изготовления микроигл... Для начала, что мы слышим, да, по музыке? Во-первых, давайте ее закомпрессируем. Раз. Просто пока вешаем. По частотам, смотрите, у нас, в принципе, достаточно ровная чиха, да, есть вылезающие какие-то... Ровная, достаточно плавная музыка, кстати, музыку я писал. Что нам необходимо сделать второстепенно? Проанализировать, какой характер у голоса. То есть голоса тоже бывают разные. Ощущаются активные компоненты, растворенные в низкомолекулярном... Можно также накинуть, к примеру, фильтр эквалайзер и отдельно, да, послушать какую-то активные частоту. Компоненты, растворенные в низкомолекулярной... Я слышу, что у него есть преобладающая вот эта верхушка. Затем в формы заливается среднемолекулярная, да, где-то 3200 его характер и плотность на 300. Сверху накладывается несущая пленка. То есть, соответственно, у нас две такие лидирующие частоты. С музыкой слушаем, да, выносим ее по громкости, да, и слушаем, вытягиваем и слушаем. Как создаются микроиглы Blom? Для изготовления микроигл используется специальная форма. В углубление помещаются активные компоненты, растворенные в низкомолекулярной гиалуроновой кислоте. Ну вот мы что, в принципе, и слышим. Когда мы добавляем, у нас в треке есть плотность, вот это, да, вот здесь. Добавляя, соответственно, громкость, мы уже плохо начинаем читать вот этот диапазон, да. Здесь, соответственно, верхушка у нас, так как уже освобождена, у нас все плавненько, мягенько, и ничего такого там не лезет, не мешает. Вот эту часть мы, грубо говоря, оставляем под звук, под саунд, да, какие-то украшалочки. Извлекается из формы. Теперь он готов к применению при нанесении на... Что мы еще можем сделать, чтобы избежать совсем каких-то моментов таких? Мы можем сделать сайдчейн, что, в принципе, очень важно при работе с подобными проектами, да и в целом с голосом, когда у нас музыка очень плотная, насыщенная. Мы можем немножечко... либо это сделать с помощью того же мультибенд какого-то компрессора, либо обычного компрессора, ну, в принципе, он сам разберется. Микроиглы Blom. Для изготовления микроигл используется специальная форма. В углубление помещаются активные компоненты. Давайте теперь добавим звук, послушаем, что со звуком. Активные компоненты, растворенные в низкомолекулярной гиалуроновой кислоте. Затем в формы заливается среднемолекулярная гиалуроновая кислота. Мы слышим, что верхушка немножечко выпирает. Достаточно, опять же, того же мультибенд компрессора. Я пользуюсь фаб-фильтром, но вы можете работать с любым. Можно от Ozone, можно от Waves. Вот эти вылезающие верхушки пэдовые, конечно, они будут прорезаться. И немножко давать такой грязь. Обратите внимание, что я даже не выстраивал особо баланс. Почему так происходит? Потому что уже изначально у меня на этапе предсведения уже выстроен был баланс. Мне пока нравится звучание музыки и саунда. Теперь давайте все вместе послушаем и выведем голос, потому что... На данный момент он выпирает, и он громкий достаточно. И это мы еще пока не работали с мастер-шиной. На мастер-шине мы сейчас доведем все до финала, скажем так. Компоненты растворяются.
растворенные в низкомолекулярной гиалуроновой кислоте. Затем в формы заливается среднемолекулярная гиалуроновая кислота. Сверху накладывается несущая пленка. После полимеризации патч извлекается из формы. Теперь он готов к применению. При нанесении на кожу микроиглы доходят до уровня базальной мембраны, не нарушая целостности кожи. Патч рекомендуется держать 25 минут. В течение этого времени до 80% массива микроигл растворятся в коже, распределяя действующие вещества по ткани. Да, отлично. Вот такой вот микс мне нравится. Теперь мне не нравятся немножко частотные вот эти выпирающие штуки. Распределяя действующие вещества по ткани. Лучший эффект достигается после 4-6 применений с промежутком в 48 часов. Результат усиливается в течение 28 дней. Как создаются микроиглы Блом? Для изготовления микроигл используются... Что же мы делаем такого на мастере? Самое главное, друзья ваши, должны быть это эквалайзер и компрессоры. Они доведут, грубо говоря, даже вот элементарные штатные плагины доведут до идеала. Да? Но мы можем сделать ход конем, воспользоваться тем же изотопозоном, где есть та же последовательная обработка с эквализацией, компрессией, динамическая мультибенд, да, какая-то обработка, и финальный уже максимайзер, который все это, грубо говоря, склеит, подтянет и, может быть, доведет до нужной громкости. Как создаются микроиглы Блом? Для изготовления микроигл используется специальная форма. В углубление помещаются активные компоненты, растворенные в низмеризации, патч извлекается из формы. Теперь он готов к применению. При нанесении на кожу микроиглы доходят до уровня базальной мембраны, не нарушая целостности кожи. Патч рекомендуется держать 25 минут. В течение этого времени до 80% массива микроигл растворятся в коже. Действующие вещества по ткани. Лучший эффект достигается после 4-6 применений с промежутком в 48 часов. Результат усиливается в течение 28 дней. Также необходимо, конечно, проделать работу с голосом. Опять же, последовательность обработки тут индивидуальная. Конечно, самое главное у нас это частотная обработка, да, если мы понимаем, что у нас что-то вылезает, что-то выбирает. Те же эски, это работа с ДСРом, эквализация, да, опять же, с мультибенд компрессией. Мы можем обойтись простым методом, воспользуясь тем же нектаром, к примеру, да, где есть различные пресеты, войсовые, к примеру, да. В линии микроигл используется специальная форма. Компоненты, растворенные в низкомолекулярной гиалуроновой кислоте. Сверху накладывается несущая пленка. После полимеризации патч извлекается из формы. В течение этого времени до 80% массива микроигл растворятся в коже, распределяя действующие вещества по тканям. Лучший эффект достигается после 4-6 применений. Финально, что я слышу? Нам необходимо немножечко все это склеить. Я кидаю сначала тот же компрессор. В линии помещаются активные компоненты, растворенные в низкомолекулярной гиалуроновой кислоте. Затем... И, в общем-то, здесь больше особо ничего делать не нужно. И то я сделал, наверное, сверх уже много чего. Я бы это свел все, конечно, в первостепенном проекте, да, то есть довел до ума. Но когда есть у нас более сложные проекты, конечно, нам проще работать с вот таким миксом, то есть когда мы сводим звук с музыкой, все это потом сводим с голосом, тут куда проще именно тогда в таком ключе, как сейчас я показывал. Что касается финальных стандартов по нашим законам федеральным, на телевидении и так далее, здесь все гораздо проще. Мы смотрим на наши показатели в люфсах. Стандарт у нас для кино, для телека это минус 23 люфс, плюс там, по-моему, минус 10 децибел, что-то такое. Обычно, если микс хороший и все звучит, достаточно повесить тот же лимитер. Кожу. Микроиглы доходят до уровня базальной мембраны, не нарушая целостности кожи. Патч рекомендуется держать 25 минут. В течение этого времени до 80% массива микроигл растворятся в коже, распределяя действующие вещества по тканям. Лучший эффект достигается после 4-6 применений с промежутком в 48 часов. Гиалуроновой кислоте. Затем в формы заливается среднемолекулярная гиалуроновая кислота. По люфсам, соответственно, плюс-минус 23, там плюс-минус 1-2
показатель. Это нормальный показатель, да, если мы хотим отправить это все на, соответственно, коммерцию. Вот. Что касается выходной громкости именно для других платформ, тут все зависит от вас и от вашего клиента. Если его устраивает эта громкость, да, то в целом почему нет? Касательно, и это пойдет на YouTube, к примеру, но тут нужно просто иметь чувство вкуса, чувство слуха и понимание, в какой громкости пойдет тот или иной проект. Конечно, если мы послушаем те же, опять же, вернемся к блокбастерам, да, то, скорее всего, мы увидим интересные достаточно цифры, интересную динамическую разницу тихих и громких моментов. Это все делается умышленно, и на это сильно обращать не нужно внимание. Нужно обращать внимание только тогда, когда мы работаем с подобными проектами. Всегда мы можем взять референс какой-то, всегда мы можем взять референс по музыке, по самому проекту, да, и подровнять наш микс, баланс под данный, скажем так, референс. Это самая простая схема, если мы не умеем работать с финализацией нашего проекта. И я советую, конечно, всем пытаться именно сводить так, вот, на старте, по крайней мере. Итого. Какое мы можем сделать заключение? Главное, проанализировать, что у нас лидирующее. Выделить акценты, понять, где у нас громкие моменты, где у нас тихие моменты. Понять, на какую платформу пойдет и какая стилизация у нас будет присутствовать в плане звука, звучания, стилистика по музыке и какую роль играет голос. Это самые ключевые моменты, которые нам нужно понять на старте. В процессе работы над звуком мы должны выделить, соответственно, звучание голоса с музыкой, звучание голоса с саунд-дизайном, звучание музыки с саунд-дизайном и общий микс. То есть, если у нас все хорошо сочетается, ничего не вылезает, все более-менее звучит, можно делать вывод и анализировать уже на телефоне, на колонке, там, JBL-ки какой-то и так далее. Тем самым мы получаем уже финальный готовый результат. Ну, конечно же, надо учесть еще мнение клиентов, а оно может поменяться кардинально в любой момент. В следующих видео мы обязательно разберем сложные проекты. Я покажу один из интереснейших проектов. Это короткометражный фильм, как раз-таки, где был весь продакшн по фоули записи, да, полевая запись, работа с уже саунд-дизайном внутри проекта, написание музыки, сведение, мастеринг, все было, и, соответственно, все этапы мы пройдем, я расскажу нюансы работы именно с подобными проектами. Это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Если вам это было видео полезно, обязательно подписывайся на канал. В описании вы найдете ссылочки на мой Telegram, где есть много различной полезной информации. ВКонтакте также есть статьи полезные про саунд-дизайн, библиотеки. И, в общем, не стесняйтесь подписываться. Также меня можно найти в Инстаграме. Все, пока-пока, до скорых встреч.